обалдеть, нифига. Блин, да чего же они круто выглядят с щитами и с этими? Жалко их нету в этом в игре. О. Как к себе домой пришел. Я отомщу Амуну за предательство. Твои собратья верят в это так же, как и ты? Мне все равно, во что они верят. Главное, чтобы подчинялись. Мы избрали разные пути правления, Аларак. Несмотря на это, мы можем не только прервать войну между нашими народами, но и... Сейчас скажет, не будет этому. Ты так думаешь? Наши народы очень разные. Мы все жаждем мести, и мы все протосы. Разве этого недостаточно? Хорошо. Беспрекословно прими мою власть, и мы объединим наши армии. Ты что, сосешь у куку? Не испытывай мое терпение, Талдарин. Амун силен. Вам не справиться с ним без союзников. Мы объединимся и вместе отправим его обратно в бездну. Давай скажем так. Мы заключили еще одну сделку. Временно. Мне интересно, кто из них старше? Мне кажется, Аларак старше, чем Ахтаниш. Иерарх, я запустил новую подсистему корабля. Ты можешь настроить ее в солнечном ядре. Ну, пошли в солнечный ядро по старинке. Что еще у нас есть новенькое? О! Установка времени, солнечная бомбардировка. Хорошо. Блин, вот же! Ну, либо вы спен, да? Либо то, либо это. Но вы спен он выгоднее, чем... Зараза. Ладно, ладно. Не рассчитывай, что я перестану следить Чё за Алараком после этих событий. Я и не рассчитывал. Если он осмелится предать нас, предпримет хоть что-нибудь против тебя, я расправлюсь с ним на месте. Нет, Феникс, ты не справишься. Хорошо. Я полагаюсь на тебя. Ты, Феникс, с ним не справишься, к сожалению. Ардамис? Чё новенькое? Аларак привел с собой новых посвященных. Они необузданные, но могучие. Мы отомстим за предательство. Ритуал Акши позволяет Адарин подниматься по цепи Вознесения годам, впитывая палы тирозины, сенсов и убежденных. Нет, это слишком не то. Ардамис, я боюсь не того, чем Талдаримы являются сейчас, а того, во что они превратятся, когда Амун будет повержен. Ну что такого? Ты боишься, что они никогда не вольются в наше общество? Они могут войну нам объявить. Мы с ними одной крови, но они не такие, как мы. И глубоко внутри ты знаешь, что этого не изменить. Нас ждут нелегкие времена, но мы должны попробовать. Это огромный риск. А куда деваться? У нас война. Чтобы объединить всех протосов, нужно много усилий. Мы, как нити одной материи, станем сильнее, только связавшись вместе. Ляля, ты чё опять с ума сходишь? Страшно подумать о том, что может сделать с нами их культура. Насколько сильно мы изменимся. Да, мы изменимся. Возможно, ты боишься этого даже больше, чем предстоящей битвы. Впереди нас ждет неизвестность, матриарх. Так, Рахана, у тебя вверх крыши не поедет? Рахана! Я вижу правду, Ардамис. Правду, которую скрывает Амун. Пока его собратья дремали в тысячелетнем сне, Амун и его последователи высадились на Айюре. Они ускорили развитие нашего народа. Стали для нас учителями, богами.
Он модифицировал нашу эссенцию, но затем потерял над нами контроль. Он и его последователи бежали на Зерус, чтобы создать там зергов. Гибриды стали кульминацией его усилий. Искусственные зелнага, созданные по его подобию. Их нам нужно... Рахана! Чак Иши поедет. Это слишком опасно. Остановись! Это мой долг, Иерарх. Я должна узнать правду. Принять ее. Теперь что ты реально кричишь? В этом мое предназначение. Шизик, ты же спала только что. Колосс куда-то пошел. Талдари, мы приняли правду о предательстве Амуна. Им деваться некуда, их убьют, если они не примут. Кто-то принял, а остальные боятся слушаться моих приказов. Никто не хочет вызвать тебя на Ракшир? Побеседуй. Пусть вызывают. Никому не устоять перед моей яростью. Это начинает надоедать. Мы сделали то, зачем пришли. Теперь нам нужно лететь на Аюр и разгромить Амуна. Рано еще. Ты не можешь приказывать мне, Аларак. Мы вернемся на Аюр, когда я решу, что настало время. Надеюсь, оно настанет скоро. Наркоман, ты гребаный, я тебе скажу, больше тебе ничего не скажу. К нам присоединились Талдари. Ай, блин, там новый диалог был. Разведчики обнаружили базу корпуса Медус посреди астероидного пояса Ревана. Хорошо. Каракс, что ты знаешь о их защите? Астероидное поле очень нестабильно и служит отличной защитой их базе. Копье Адуна не пройдет. Это смогут авианосцы. Мы ударим врага в самое сердце. Тогда отправляемся. Амун отнял у меня армию. Взамен я лишу его собственной. Угу. Либо тебе рога поотломают. Её база, блин, не маленькая. Готовьте корабли к атаке! Иерарх, суда корпуса Мёбиуса почему-то не атакуют нас. Что-то не так. Подозрительно. Опа! Наши щиты пробиты. Я засек сигнал тиранов на нижних паузах. Они идут в воздухе. Абордаж! Ё-моё, блин. Нас ждали. А мне тамплиеры. Мы будем биться за копье Адуна. Каракс, это нападение не должно разрушить наши планы. Контратака застанет корпус Мёбиуса врасплох. Хоть ты и не воин. Ты знаешь об их защите больше, чем кто-либо другой. Я поручаю эту миссию тебе, кузнец. Возглавь наш флот авианосцев, пока мои воины держат оборону здесь. Ты так посмотрел, так жесток. Он вообще растерял Саш немного. А, сразу, да? Мне потребуются лучшие воины, чтобы очистить корабль от чужаков. Я знаю, что битва не твое призвание, кузнец. Но с помощью своего тактического мышления ты сможешь уничтожить комплекс. А теперь иди. Я верю в твои силы. Ты сейчас что хочешь сказать, что у нас не будет этого? Пехоты? Или что? Или только авианосцами ты предлагаешь нам эту миссию выиграть? Как мы и подозревали, здесь создаются армии гибридов Амуна. Охренеть! За ее функционирование отвечают три энергетических ядра.
Если их разрушить, это дестабилизирует комплекс и позволит нам уничтожить эту базу. Воздушные эти, да? Гибриды. Если установить Нексус на внешнем краю платформы, тамплиеры смогут пробиться к цели. Но там нет наземных путей и очень мало минералов. Я вижу. К счастью, наши авианосцы уже готовы. С их помощью все может получиться. Наверное. Дилемма. О, блин. Эта платформа заблокирована протоколами безопасности Мёбиуса. Скорее всего, расшифровать их несложно. И если мне удастся получить доступ, я смогу передвинуть платформу в области, где больше минералов. Что ж, по крайней мере, на первое время ресурсов здесь достаточно. Ты разбираешься в технологии протосов? Нет, не поглотят. Я буду быстро, как молния. Так я не понял. А, воздушные подбирать это не умеют. Корсары могут оказаться полезными. Надо пошли собирать ресурсы. Чертовка, да? Так. Моя хватили у нас есть, да? Наверное, бесполезно дофига их делать, потому что сейчас начнутся типа ресурсы закончились и так далее. Они слишком быстро летают. Мы готовы. Небо манит меня. Она к пару. Действуем без промедления. Месторождение минералов истощено. Они живут. А вот я об этом и говорил. Я буду быстро. Честь и доблесть. Готово. У меня есть доступ к управлению. Платформа в рабочем состоянии. Нет, пока не по... Это пока... навигационная панель в верхней правой части команды. Пока не будем. Позволит мне переместить платформу к дополнительным месторождениям. Пика. Правда, враги не так уж далеко. Мне нужно отправить несколько кораблей вперед на разведку, прежде чем начать перемещение. Так, корсары. По-моему, корсары бесполезны. Войска вступили в бой. Честь и доблесть. А авианосцы вопрос решат быстро. Месторождение минералов истощено. Ах, наконец-то. Месторождение минералов истощено. Все? Все, поехали, ребята. Все на борт. Жик, поехали. Прикольно. Закрой их обратно. И ресурсы собирай. К бою готов. Так. Сказал бедняк. Туда не попаду просто так, да? Хорошие ресурсики. Так, а у меня все, да, сдохло. А, этого нет. Кто там гоняет заглушителем полуживым? Авианосец прибыл. Наконец-то. Бля, корсары, конечно, не нужны. Ладно, пускай будет пока. Можешь вот здесь представить? Битва начинается.
Не, не нужны натуре, блин. Бесполезные войска, если честно. Мы сейчас здесь вот так сделаем. Каракс, мы с трудом справляемся с атаками гибридов на копье Адуна. Тебе удалось найти их стазисные камеры? Сканирование показывает, что поблизости находятся две камеры. Похоже, они работают на Соларите. Сейчас он нам пригодится как никогда. Ну-ну. Ваши войска вступили в бой. Так. Делаю еще два. Нормально все. Зараза, блин, а живучая. Успокоили. Да, ё-моё. Так, стоп. Банда, на базу. Тебе плюс здесь остаться. Хотя не, давай-ка, ребята, по 7 часовой. Самое время. Ждем указаний. Давай еще по 2. Наше преимущество неоспоримо. Здесь потом можно будет типа вот... А, да, сюда, на эту базу можно будет приехать потом. Мы готовы к атаке. Ун, она к пару. Саракуну. Ваши войска вступили в бой. Так, всех уничтожаем. Месторождение минералов истощено. Энергетическое ядро уничтожено. Запасы энергии корпуса Мёбиуса упали до 66%. Хорошо. Отлично, фазовый кузнец. Так держать. Так, надо вот сюда сейчас слетать. Ты можешь сейчас налево, направо, да, лететь. Хорошо. Ну-ка. Как эти гибриды-то называются? А, смотри, их не показывают. Их не показывают. Это уже нехорошо. Они живучие. Отступай. Отступай. А, он умер? Ошибись. Не все эксперименты стоит воплощать в жизнь. Бам! Ах ты скотина, один остался живой. Сейчас авианосец выйдет и ему борща надает. Нужно построить больше пилонов. Нас ждет победа. Принято. Действуем без промедления. Ну-ка, поедем сейчас налево. Что там у нас, посмотрим. Здесь базу можно будет построить. Самое время. Здесь что-то есть. А, нет, пилона. Так, стоп, отлетай, отлетай. Ресурсы можно собрать, это хорошо. Хорошо, что этот они восстанавливаются через это. Вы поняли.
По-другому не получается. 90 вперед. Самое авианосец прибыл. Здесь, если ресурсы соберем. А вот база. Вот база. Он не стоит, да? Нет, ничего не стоит. Тупик один. Ваши войска вступили в М. Че они здесь летают-то, я не понимаю. А, пионы? Ах вы, суки, вы пионы ищете, блин. Значит, сейчас эта банда сюда прилетит же. Или вниз прилетит. Сейчас куда они полетели? Вниз полетели, зараза. Может, авианосцы не делать, делать эти, блин? Дезинтеграторы, давай-ка. Так сделаем. Да, надо дезинтеграторов делать. А, тут он здесь один, блин. Что ты мне тупим? Иди убей его. Или не один, блин. Нет, не один. Солорит теперь наш. Все прошло как нельзя лучше. Ну так. Да, заколебали, а. Отступи. Отступи-ка тоже. Уничтожили, зараза. Нет. Что-то вообще какие-то живучие это крейсера, я вам скажу. Когда я играл за тиран, эти крейсеры буквально с полпинка уничтожались. О, воздушные ресурсы. О, еще там, блин. Давайте исследовать дальше туда. Один чуть-чуть побыстрее делает. Действуем без промедления. Мы флот смерти. Правосудие вершится. Опять что-то зачище такое перед бурей или что? Да, там сколько ресурса, там нет, будет съездить. Здесь никого нет, кстати. Хило нас здесь выносит, если честно. Ваши войска вступили в бой. Нет, дезинтеграторы эти ни о чем, если честно. Нахрен. Ждем указа. А!
ты ж, сука! Блять, уничтожили все-таки. Да, блин, они заколебали пехоту, ой, всех рабочих уничтожать. Будущее. База, наверное, да? Будущее. Полностью? Нет еще. Мы ждем, пока, блин, 20 минут уже играем эту миссию. Сложно? Стой-ка здесь. Пусть добывает их. Интересно, интересно. Сейчас давайте подождем. 350. На них базы делать его. Наверное, нападут 100% сейчас, вот скоро уже. Я так и думал. Отступ, отлети-ка. Месторождение минералов. На наши зомби напали. Кто? Вы добывай быстрее же. Поехали! А, эти корабли-то не полетят, блин! Корабли-то там останутся. Прикиньте, сейчас все войска потерять, блин. Потом, что будешь делать? Ты ничего не будешь делать, если честно. Что более медленно. Не, не хочу. Нет, давайте лучше вы. Ваши войска вступили в бой. И там еще фантомы. Энергетическая сеть платформы едва держится, Иерарх. Нам осталось уничтожить только одно ядро. Превосходно, Каракс. Атаки на наш корабль стали более редкими. Конечно, блин, мы здесь такой дебош устроили. Ваши войска вступили в бой. Собирай ресурсы. Действуем без понятия. Ну, не добейте уж, что вы... Ресурсы дособираем сейчас и поедем дальше. Всех рабочих поубивали или нет? Едем к ресурсам. Авианосцы не успевают. Отри... Б...
Блин, как они быстро выносят их, а, блин. Будет такая армада этих. Перехватчиков, а... Выносят только так нас, блин. Лети. Да, блин, вообще, вообще. Ваши войска вступили в бой. Слишком быстро выносится. Слишком. Тут можно так побежаться, я так понимаю, да? Мы готовы. Ты сможешь вот сюда вот долететь? Без происшествия, вот сюда вот. О, смотри, смотри, смотри. Придурки опять прибежали. Поставь куда-то херень. Вы соберите здесь ресурсы. Просто без них нам тяжко приходится. За Феникса. За Феникса уже орут. Враг должен быть ликвидирован. Протокол согласован. У нас Андари. Там в воздухе до ресурса висели, блин, пропустили мы их, ну ладно. Мой клинок жаждет вражеской крови. Ну, пошли попробуем. На штурм, братья! Еще танков не хватало для полного счастья. Тох стоит или это Один, что-то он больно здоровый какой-то. Горите в вечном пламени! Ты такой-то, Тох или Один, блин? Здесь, блядь, крейсер откуда-то выполз. Ваши войска вступили в бой. Она хоть из Ямато не стреляет. Ребята! В общую кучу, быстро, 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 быстро! Тут у них такой флот вылез, я не понял. Там осталось-то пробиться. Авианосец прибыл. Кун Анакбару. Так. Уничтожаем все нахрен. Крейсер, крейсер, крейсер выносим всей толпой. Блин, там еще гибриды прилетели.
все по одному, так, толпы просто налетаем на один корабль, уничтожаем его. Ладно, уничтожаем. Каракс, крейсеры корпуса Мёбиуса куда-то телепортируются от копья Адуна. Нету уже никого здесь. Да, кажется, я их вижу. Неважно, это нас не остановит. База... Наконец-то. Последнее энергетическое ядро уничтожено. Теперь мы можем нанести удар. Иерарх, копье Адуна в безопасности? Да. Мы отбросили нападающих до того, как они смогли добраться до солнечного ядра. Системы вооружения готовы. Принимай управление. Служить тебе? Честь для меня. О, нифига, вот. Почему ты не можешь так... Почему нет такой способности в компании, а только в катсценах? Уничтожено войско авианосцами 400.